В остальных четырех районах победу одержали Чириков Гаврил Ильич в Верхоянском районе, в Люйском районе Винокуров Сергей Николаевич, Мигино-Кангаласск, действующий глава района. В Мигино-Кангаласском районе тоже победил действующий глава района, Старостин Николай Прокопьевич. В Нюрбинском районе избран новый глава, Иннокентьев Алексей Михайлович. В выборах всего приняло участие около 43% избирателей, то есть, но это по предварительным данным, без учета данных некоторых избирательных участков, которые по настоящее время еще до конца не обработаны. В городе Якутске мы обладаем точными цифрами, и там на выборах приняли участие 37,2% избирателей.